31-й чемпионат России. До завершения остается около месяца. Фаворит понятен, известен. А вот среди оставшихся команд, кто для вас стал главным открытием и главным разочарованием из оставшихся 15? Открытием. Ну, давайте так скажем. Открытием, конечно, стал Ростов. Ростов, который, с моей точки зрения, не обижает там футболистов, да, хотя там несколько достаточно квалифицированных футболистов хороших. Вот, все-таки это такая тренерская команда. Мы видим, что комбинации и движения футболистов повторяются. То есть они заточены на тренировках. И для меня там, Ростов это, в этом году это открытие. Так, что касается разочарования, не знаю, какие команды можно говорить, но, наверное, разочарование был «Локомотив» в первой части. Вот, и разочарование было не сколько в команде, потому что футболисты там, в общем-то, достаточно хорошие, собраны. Разочарование было в самой идее вот этого немецкого десанта, да, шарлатанов. Вот. Поэтому здесь надо в первую очередь говорить о руководстве, которое допустило, причем долгое время, допустило это безобразие, но, к счастью, до «Локомотива», вообще для нашего футбола, все это закончилось.